Если ты сейчас же не подпишешься на канал, то познаешь всю мощь моей. Подпишись! Всем привет, ребята, с вами Ники МП. Подпишитесь на канал. Если вы не подпишетесь, эта акула съест вас. Ладно, шутки в сторону, подписаться надо. Сегодня я вам буду показывать антистрессы. Поехали! На первом месте вот такая груша, она такая мягкая. И с какой-то такой белой жидкостью внутри. Снаружи она резиновая, но внутри у нее какая-то белая штука. Второе место. Такая вот скользкая штука. Она скользит, когда вы маленькой стороной вниз. И удержать ее практически невозможно. Третье место. Вот такая гусеница антистресс. Она светится, если ее потрясти. Вот как это выглядит в темноте. Она достаточно мягкая внутри. Она вот так вот делает. Ну, в общем, антистресс даже не сильно дорогой. Четвертое место. Сквиш и попкорн. Он мягкий и пахнет, ну, не знаю, каким-то таким сладким молоком. Особенно прикольно жать попкорн сам. Пятое место. Лизун из автомата. Я его смешал с зеленым слаймом. Сейчас я вам покажу. Можно вот так делать, как сосиска или чем-то таким. Всем пока, с вами был Ники МП. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Иначе придет та акула.